отвечать не буду. 12. Я стояла до часа. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Марату можно попасть. Больше никак. Саид, а я не попала. Маленький не заметил. Вы поддерживаете, да, нашего президента? Тебя как? Как это ж наше? Вы ее уже все фотографировали. Я же говорю, что кого? Мы за Путина. А куда девать что-то тебе скажу? Помощь все мы будем, потому что... Вот, стоит, снимай, как они мешают работникам полиции. Как препятствуют осуществлению правоохранительной деятельности. А для чего украсть? Вот мое редакционное удостоверение. Вы еще здесь? Так это же офис. А что происходит здесь? О, я не могу пройти. А что происходит? Я еще раз говорю, вы выполняете требования сотрудников полиции. Я говорю, вы не выполнили, согласны. Если вы согласны 19.3, не выполните законные требования сотрудников полиции. Я же вам сказал, я вам сказал, вы будете мои действия осуждать в суде. Мотивировано. Все, значит, не принят, значит, там товарищи приняты доставить. Почему сотрудник полиции? Вот мой паспорт. Вот, предъявляйте. Пусть господин полицейский предъявит удостоверение по моему требованию. Мы же сотрудники полиции. Еще раз говорю, очень жалко, что не с первого раза. Как мой шанс? До сих пор же закрыт. Здесь санкционированное мероприятие. А с каких пор санкционированное мероприятие? Санкционированное мероприятие. Я спрашиваю. Вы хотите? Почему? Объясните, господин сотрудник полиции, почему вы не устраняете нарушение закона? Блокировал проход по тротуару. Почему? То есть, я обратил внимание, они считают, что у нас дорогие камеры, а вот их сотрудники, которым Госдеп не платит, ходят вот с такими вот мобильными устройствами, но денег они не зарабатывают, потому что нам платят Госдеп, они как-то платят. Вот, но мы безработные, если у нас есть мобильные телефоны. Кто вам сказал, что мы безработные? Нет, нет, вы нас обвиняете, что мы безработные, что я хожу с камерой. Нет, вот мы работаем, а у нас все замечательно. Ну, а у меня как бы тоже, то есть, по вашему мнению, я не имею права носить хорошие мобильные телефоны. Нет, если вы судите по себе, наверное, это так и есть. Нет, нет, подождите. Вы сказали, ваш сотрудник, сотрудник вашей партии мой сказал. Мой мобильный телефон, это мое личное дело. Ну вот, хорошо, мой планшет, мое личное дело. Не мешайте мне, пожалуйста, снимать. Ваши замечательные, прекрасные люди. Я пойду чай наколочу. Наколоти. Вдруг потом возможности. Вот. Почему вы будете санкционировать? Или должны нарушать право граждан на перемещение по тротуару? Почему вы не нарушаете? Я даже и не знаю. Просто сказать, это не будет. Уважаемый,